Решил прокатиться. Пацаны, сзади такое было видно. Ты что тут сзади? Ну где я снимал-то? Да. Подожди, а назад-то я спиной не ударишь об этом? Нет, не ударишь. Господи, помилуй. Не страшно. Ничего, так страшно. Да, назад отходите, батюшка. Там не оторвется, не оторвется? Нет. Крепкая, еще назад, и прямо это... И прямо ноги держите. Прыгать туда прям, да? Да. И ноги прямо. Прямо, господи, ой, 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 прямо. О, разулся. Еще раз коснешься, без штанов останешься. Ну кто смело, показывайте, как надо прыгать. Страшно прям вот это все. Все, и отходи. Отходи, Маша. В сторону отходи, пускай он сам прыгает. Вставай. Во, держись. Еще бы. Давай, палец. Вы прокатитесь. Один год. Он нас порадовал, говорит, качаясь на качелях. Показано, какие качели там. А что, он снимает? Конечно. Везде смотри, камеры, братан. Белые козы, сутые диваны, камни. Ну ему высоковато, надо пониже ему. Как это? Мне нормально, мне нормально. Ну, наоборот, но ты стоишь там на кончиках, ты должен нормально стоять на столе-то. До того красиво, там с самого берега смотришь. Голубое? Да. Мы сегодня думали, что вы на лошади собачьи едете. Вот, смотри, еще привязал тебе. Продал. Угу. Щипцы эти. Спаси, Христос. Давай. Да не надо, не надо. Ездил на лен, посмотрел. Ходит делать только. Лен, лен. Молдаванка, я влюбленка. Все, все, все. Дайте Симеону. Дай щенки, дай щенки. Можешь лезть? Такая вот веревка-то хорошая. Ешь пока. Где? Леша ему купил в магазине. Кому? Мне. А зачем тебе такая веревка? Вот. Давай. Учет я играл в самый раз. Здесь такая бачка и висела у нас. Там написано в бумажке 900 килограмм выдерживает давление. Выдерживает. Держи. Вот это ты пошел зря. Ага. Теперь держи его. Ну это написано, на самом деле, может и меньше. Понравилось и тебе? Тихо. А во сколько килограмм? У меня 70. А выдерживать 90, значит точно. 990. О, это точно выдержит. 9000. А у меня так сказать на протяжении уже, наверное, 30 лет, 40. Один вес. Не меняется, нет. Вот тебе вот здесь, он уже стоит на ногах. Ну-ка давай опять. Все. Раз, два, три. Сейчас. Давай, ты делай. Раз, два, три, let's go. Все, слава богу за все. Ух.